Первостепенной задачей для глав всех поселений остается благоустройство. И несомненно то, что в этом направлении ежегодно проводится большая работа. Облагораживаются парки, устанавливаются детские игровые площадки и так далее. Но, к большому сожалению, не все умеют это ценить. Вот уже который раз в Центральном парке Алла-Кашихабль происходят акты вандализма. Об этом нам рассказал заместитель главы Кашихабльского сельского поселения Рамазан Мамхегов. В ночь с 13 на 14 мая в парке отдыха Алла-Кашихабль неустановленными лицами совершены акты вандализма в отношении имущества, принадлежащего муниципальному образованию Кашихабльское сельское поселение. А именно, было сломано 8 урн, также сломаны 6 светильников и 2 опоры наружного освещения. Все это произошло ночью в районе 2 часов ночи. Поврежденное имущество оценивается в 70 тысяч рублей без учета монтажных работ, которые проводились по их установке. Ущерб существенный. Работы, которые проводятся по восстановлению этих опор и мусорных урн, уже на сегодня закончены. Из-за того, что жители аула не воспринимают всерьез слова и просьбы о подобающем поведении, в парке были установлены камеры видеонаблюдений. На сегодняшний день в центральной части аула расположены 9 видеокамер наблюдения, на которых производится запись, с которых можно увидеть, кто передвигается в ночное время. Поэтому просим воздержаться в дальнейшем от каких-либо действий, наносящих ущерб имуществу кому-либо принадлежащему. В дальнейшем межмуниципальный отдел Кашихабльский МВД России зарегистрирован материал в книгу учета сообщений о преступлениях о данном происшествии. И органами дознания сейчас проводится предварительное расследование. Скорее всего, по результатам, я надеюсь, будут лица обнаружены, которые совершили данное действие противоправное, и будут привлечены к ответственности с возмещением материального ущерба, нанесенного администрацией муниципального образования Кашихабльское сельское поселение. Администрация сельского поселения среагировала мгновенно и уже в понедельник, 15 мая, собственными силами восстановила испорченное имущество. В связи с изложенным просим население внимательнее относиться к своим несовершеннолетним детям, не разрешать им находиться после 22:00 без сопровождения взрослых на свое усмотрение. Также молодые люди на сегодняшний день не понимают, что, нанося такой существенный ущерб, они могут быть привлечены к уголовной ответственности, административной ответственности, а ущерб, причиненный ими, будут восстанавливать родители. В связи с чем просим всех граждан внимательно относиться к общему имуществу. Все это делается для жителей аула Кашихабль, а также приезжающих сюда. В конце нашего сюжета хочется обратиться к жителям Кашихабльского района. Умейте ценить то, что у вас есть, и уважать чужой труд. Если вы не можете что-то сделать для своего поселения, то не разрушайте то, что уже у вас есть, и делается именно для вас. Будьте достойными людьми, а не вандалами.